Вот такая фигня приключилась с нашим прицепом ПТС-4. Развалился поворотный круг. Выгнуло борт, большая выработка. Высыпались шарики, он не держится. Что из себя представляет поворотный круг? Это большой подшипник. Вот одна его часть. Вот вторая. Держатся они между собой на шариках. Когда он в сборе, шарики набираются в отверстие, затем отверстие заваривается. В нашем случае так сделать не получится, потому что выгнут борт и большая выработка. Он просто не будет держаться, а стоит он до хрена. Как мы будем выходить из этой ситуации? Сделаем 8 отверстий, забьем вот таким образом 4 прута. Вот так они будут стоять примерно. Затем заварим. Вот, примерно так они будут держать вторую часть. Ну, вот в 4 точках они будут так держать. Прорезали резаком отверстия. Сейчас будем собирать. И вот таким образом вбивать прутья. Потом заваривать. Блядь, что сталь такая? Хера себе, бачишь? Взяли металлопрокат. Диаметр 14. Пруты могут быть разные и могут быть ломкие, как в нашем случае, могут не подойти. А металлопрокат мягкий, хорошо гнется, принимает форму нужную. Давай, вышло. Давай, давай. Шмали. Хорош. Вот так получилось. Осталось обварить и собрать. Так, все проварено. Теперь надо хорошо зашприцовать. И все, и собирать. Сейчас будут богатырские игры. Помаши рукой. Главный богатырь. Thank you.
Прицеп собрали, колеса хорошо поворачиваются, все отлично. Важно после сборки повернуть колеса в одну сторону, промазать, повернуть в другую сторону и обратно хорошо прошприцовать. Все отлично. У меня все. Всем пока.